Y el que me queda segunda, mi bueno, activate cuico. Куклу будемо відкривати, да? Вот такая вот у Мэрики кукла. Дед Мороз принес, да? Большая. Будем смотреть? Достаем. Что там у нас есть? Достаем нашу куклу. Тут повальную. Держи свою дочку. Куколку нашу, вот бутылочку. Вот погремушки, смотри. Чтобы пупсика развлекать, чтобы он не плакал, когда ему скучно. Еще у нас есть вот такая вот мисочка и ложечка, чтобы кормить нашего пупса. Вот такой вот у нас пупс. Вот такой вот. Классный, да? Сейчас мы его включим. Мэрика, это не простой пупс. На, он разговаривает. Вот он разговаривает. А смотри, давай нажмем ему на ручку. Мама. Да? Она... Нажмем ему. Смеется, да, на вторую? Плачет. Дашь ему сосочку? А ну. Он кушает и глазками моргает, да? А ну, пусть твой, пусть доченька скажет мама. Нажми на ручку ей. Все, будет сейчас засыпать, смотри. Она сама закроет глазки. Дышит, ты слышишь, она дышит во сне. Кушала и спит, да? Ой, открыла глаза, проснулась. Иди. Ну что, наверное, ей нужно покормить опять. Или поиграться с ней. Привет, малыш. Маленький такой. Маша, он тебе моргает и смеется. Смотри. Смотри на его глазки. Ты хочешь одеть слюнявчик ему? Покорми с бутылочкой. Она же еще маленькая. Она кушает только молочко. Бери бутылочку. Давай, пусть кушает твоя доченька. Покушала? Папа говорит, да? А ну за ножку ее потрогай. Смеется и моргает, да? А за вторую ножку? Класс? Хочешь колючки у меня? Видите, как щечки у нее горят? Ей нравится играться. Смеется наша малышка.
веселая такая маленькая девочка. Давай положим нашу дочку спать. И пусть спит, потому что на улице уже темно, да? Вот. Наша дочка засыпает. Она сама закроет глазки, Нерка. Все, спит. Когда Наша будет посыпать? 7 годов, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока! Молодец! С Новым годом!